Мы начали продажу наших новых плиток Feastable с новым дизайном и новой рецептурой. Очень вкусно. Нравится? И в честь этого я заказал несколько рекламных роликов, начиная от ролика за $1 и заканчивая 10 000. И мы проверим, зависит ли качество ролика от его цены. Начиная с ролика за $1. Так. Но он просто ее двигает. Он снимает монитор своего компа. Это явно шутка. Что? Что это? Почему просто не сделать запись экрана? Думаю, это способ сказать «пошли вы», заплатив всего $1. Да, не представляю, чтобы кто-то стал париться за $1. Честно говоря, для $1 это даже ничего. О, конец. Это было потрясающе. Если бы я показал это во время Супербоула... Нет. Пока что мы получаем то, за что платим. Это лажа. Теперь перейдем к рекламе за $50. Теперь все станет лучше. Но если только он не начнет рисовать, что это такое? По крайней мере, в этот раз он не снимает на телефон. Тут нет музыки. Что вы хотите от этих людей? $50. В какой ценовой категории у нас будет реклама со звуком? Становится лучше. Но, очень резко оборвалось. Окей. Мы не успели все рассмотреть, окей. Да? Конечно, в рекламе за $100 есть звук. Оу. Верно. Никакого фастфуда. Нам нужно начать питаться лучше. Что? Кто это сделал? Просто идите за мной, и я приведу вас прямо к полезным закускам. Что происходит? Мне очень не по себе, и я не знаю, а почему. Да. Мне нравится. Мне больно. Слишком много слов. Я не слышал, что они говорят. Что ты делаешь в отделе сладости, а? Смотрю на конфеты. Ближе к делу. Только глянь. Морская соль. Дизна. Это даже не новые вкусы. Вся суть рекламного ролика в новых плитках. Ты отстой! Вот как они сейчас выглядят! Вот как они выглядят! Уверен, реклама за 10 тысяч будет лучше. Посмотрим ролик за $500. Feastables. А я и не против. Одобряю. Мне нравится. Это был классный эффект. Мне это нравится. О, рука! Это лучшее, что когда-либо если было ты не создано. Выберешь ее... Это было здорово. Представьте, вы просто листаете ТикТок, а потом вдруг видите такое. Feastable. И потом... После просмотра этой рекламы вы захотите съесть этот потрясающий шоколад? Ну да, захочу. Как хорошо иметь Feastable, сделиться им с тобой. Обожаю джинглы. Это самое малое, что я могу сделать. Это огонь. Мистер Бист угостил меня. И тебя. И тебя. Откуда я знал? О, он на ходу сочиняет, давай! За $500 он мог бы прибраться позади себя. Простите, на что? Да, чтобы убраться в комнате и погладить футболку, это минимум штука. $500? Я не хочу видеть в кадре ни одного фанкопа. Стоп, он это добавил или это реально тарелка с плиткой Feastables? Я правда не могу сказать. Знаете что, только из-за этого это стоит $500. Спасибо, сэр. Мистер Бист попросил нас снять рекламный ролик для Feastables. Бюджет $500. А мы сделали из них маршмеллоу. Лучшее решение. И еще сделали это. О, это правда круто! Пока что это первая настоящая реклама! Спасибо за шоколад Feastables. Пожалуйста! Ну, там были красивые кадры, но это не реклама. Скорее, они этим передали мне привет. Посмотрим, каким вышел ролик за $750. Бист аниме! Круто! Это так круто! Это очень круто. Это потрясающе. Хорошо, я скажу. Я собирался сказать. Было слегка коротко. Но анимация требует много времени. Согласен. Это было круто, качественно. Там я гораздо круче, чем в жизни. Но вот только коротковато. И это за $750. Интересно, как выглядит ролик за 10 штук. Так вкусно. Да. Это так неприятно. Я не думаю, что нам стоит показывать это по телеку. Это... реклама. Крысы, поедающие шоколад, точно заставят меня его купить. Не знаю, хорошо ли это для нашего бренда, но это забавно. Хорошо, теперь реклама за $1000. Перейдем к косарикам. Зум. Тарик был бы в восторге. Он бы такой, так, ну это лучшее из того, что было. О, это было мило. Но нет, я не буду целоваться, лишь бы съесть шоколад. Они купили джерси, постарались. О нет, у него закончились Feastables. Если вам интересно, где продаются Feastables, идите в Walmart. Идите в Walmart. 2000. Теперь мы переходим к более конским ценам. Это вроде шоколад, а не кони. Виноват. Ух ты, это же съемки. Выглядит круто. Люблю эту песню. О, это мета-реклама. Вся суть в том, чтобы снять рекламный ролик о съемках рекламного ролика. Ну, зато товар выглядит хорошо. Вот так. Хороший кадр. Wow. О, упало. Ха-ха, забавно. О, это еще не ты все. Ты ведь заплатил кучу денег. Я отдал 2000, да. Ха-ха-ха. Это почему смешно? Он облил ее молоком. Класс. О, это была концовка. Не въезжаю. Голова болит. Это похоже дальше.
У него вены на руках. Я понимаю, почему у него такие вены. Гляньте, как он туго затянул часы. Боже, как туго, боже ты мой. Ты нарушишь приток крови. Ногти нужно слегка почистить, простите. Итак, сначала вены, потом ногти. $3000 он не мог сперва сделать маникюр? Я думаю, твои ногти в порядке. Эй, тугие часы, я тебя уважаю. О, какой красивый кадр. И это все? Что? Надеюсь, твои часы свалятся, бро. Настало время для рекламы за $5000. Что после 5 штук? Реклама за 10 штук! Громко, значит, смешно. Это я 4 года назад. Кажется, это не шоколад. Ты съел мои Фистаблс? Нет, чувак, это был не я. По твоему лицу все видно. Это полное фуфло, что я вточил плитку Фистаблс. Я весь день был на ферме и фантазировал о Фистаблс. Понимаешь меня? Это совершенно новая формула. Так, есть. Баллы за упоминание новой формулы. Баллы за его брюки с принтом гепарда. Эй, парни, где собачьи какашки? Говорил же. О, теперь он ест Фистаблс. А это вкуснее. Не зашло. А мне да. Найдите любимый вкус. Молочный шоколад. Молоко, молоко. Молочный молоко, молоко. Фистаблс. Лучше, чем собачий дерьмо. Минус балл за ругательство. Да. Но я хочу, чтобы вы написали в комментариях, захотелось ли вам купить шоколад в Уолмарте. Это лучше из всех. Теперь второй рекламный ролик за 5 штук. Мы разослали всем наши новые плитки, и они попросили меня снять видео. Я снял и отправил им его. Они первые, кто попросил меня что-то снять. Посмотрим, что они сделали. Это так круто! Ух ты, тут есть собака. Мне уже нравится. Скажи мне, что мой товар уже на улицах. Что происходит? Это изменит мир. В какой-то момент мы увидим шоколад Фистаблс, я полагаю. Или нет? Может, они просто... А, вот и он. Наконец-то мы увидели продукт. Доставьте это и заставьте их улыбаться. Теперь его будут бить. Нет. Что в портфеле, ботаник? Что это? Я буду повторять это до конца своих дней. А, теперь они делают добрые дела. Эффект Мистер Бист. Мэр никогда не будет счастлив. Бро, что за... Этот чел решил, что мы хотим снять фильм, хотя я сказал, что хочу рекламу. Хороший кадр. Доставлен в мир. Это был ты? Это был я. Они попросили меня снять. Они серьезно попросили тебя об этом ради секундного ролика? И ты приложил 1% усилий. Первый как зверь. Fistables.com. Это определенно стоило усилий. И вот, настал момент, которого вы все ждали. Я-то уж точно. Посмотрим на рекламу за $10000. Не подведите. Хэллоуин. Так, идут за конфетами. Сладости, ребята! Он забрал все сразу? Этот чел похож на того, кто крадет шоколадки. В этом кадре товар выглядит очень хорошо. О, нет, бисексуальный свет. Снято так хорошо. Это пират. О, боже, он собирается украсть еще конфет? Сладость или гадость? Я банан. Ему все мало, не так ли? Эй, смотрите, он позвонит снова. Но на нем будет другой костюм. О, я так и знал. Сладость или гадость? Это было очень неприятно. Чувак, я же сказал, чтобы ты больше... Сладость или гадость? Счастливого Хэллоуина, ребята. Да, этот ковбой похож на моего бывшего одноклассника. Это он! Это парень, укравший мои конфеты! А что, здорово? Мне нравится. Фистаблс. Лучший в мире шоколад. Если честно, я дал им шоколад без всяких требований. Не знаю, повысит ли это продажи, но это... Весело. Если после этих роликов вы захотели попробовать Фистаблс, то идите в Уолмарт и попробуйте наши плитки. Молочную, молочный кранч, миндальную, с арахисовой пастой, с темным шоколадом, с морской солью или хрустящую с арахисовой пастой. Все 7 вкусов доступны в Уолмарт. Попробуйте, скажите, как вам. Купили, ты мне не друг. Мы тебя ударим. Пофиг, конец видео.